А еще глава государства в послании Федеральному собранию сообщил о реализации крупного проекта. Высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург пройдет через Тверь и Великий Новгород. Первый маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу Великий Новгород. Затем будем прокладывать магистраль в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, в Братскую Белоруссию, по другим востребованным направлениям, сообщил глава государства. Напомним, что высокоскоростную магистраль планируется построить к 2028 году. По новой железной дороге путь между двумя столицами, Питером и Москвой, сократится до 2 часов 15 минут. Поезда будут курсировать по этому пути каждые 10-15 минут. Важно, что не просто ускорится время в пути, но это уже другой уровень развития транспортной инфраструктуры. Дальше будет построена аналогичная дорога, планируется строительство Москва-Минск, Белоруссию и Москва-Казань. Поэтому вот этот тестовый проект, который должен стать основополагающим новым этапом развития железных дорог.